Всем привет, я Killjoy, коты где-то там бегают, дерутся, наверное. Вот, последняя на сегодня реакция на Suicide Squad, Kill the Justice League UI, официал трейлер, стори трейлер, Ticking. Вот. Я Gotham Knights, рыцарь Gotham, трейлер смотреть не буду, мне не особо интересно. А вот Лига... Отряд самоубийц плюс-минус интересно. В прошлом году был небольшой трейлер, а тут сюжетный трейлер. Погнали. Аркхэм. Почему здесь качество такое хорошее? Алло, ёптыть. Бэтмена я смотрел трейлер, хуйня, пиксели качество. Все остальные тоже хуйня, Черный Адам там, Флэш, пиздец. А тут, ну понятно, что это из игры, но типа, почему? В смысле? All of you are the worst of the worst of the worst. Still, you're good at what you do. Even if what you do is far from good. Welcome to Task Force X. Amanda Waller. Let me take a look at you. A muscle head. A nut job. Something that offends my eyes. And a homeless person. You're perfect. Для чего? Я вспомнил, как это звать. Я в прошлом году не вспомнил. Это же Brainiac, черт подери, у меня вылетел из головы. Вот этот вот суперкомпьютер с фиолетовыми глазами. Это Brainiac. This has one way ticket written all over it. Oi, what? What the hell have you sent us into? It's a bloody war zone out here. Eyes up, people. Congratulations, Task Force X. You're the first assets to make it into Metropolis alive. Это было? А, это чудо-женщина, скорее всего, была. Your new mission is to kill the Justice League. Интересненько. А зачем? Justice League is the worst idea you've ever heard. I kind of zoned out. наверное, они будут заряжены брейняком. Crawl out of yourselves, swoop in, save the day. Which superheroes did you say you were again? Remember, your heads are ticking. Tick, tick, tick. Неплохо слушать. Нормальненько. He's right out the door! Somebody stop him! Did that get him? No! It very much did not get him! Waller! Waller! Blow up his head! Да, в 2022. Ну, у Warner'ов много выходит в 2022. Хорошее, чё там. Довольно плотный для них год будет. Отлично, чё. Там и Миротворец, и Адам, и Бэтмен. Ладно, хорошо. Хоть что-то начинает у них выходить. А не только Джокер на себе тащит. И Лига Справедливости Зака Снайдера. Снайдер Кат. Окей, хорошо. Поставлю лайк. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все ссылки в описании. Оставляйте свои комментарии. До скорых встреч. Всем пока.